Ни за что не прыгать. Вот так вот никто вообще. Забейте. Кстати, хочешь 10 рублей? Короче, становишься сюда, целишься и сплю свой кидаешь. Все, не благодари. Hey, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И в этом видео сам Simple показал нам самые лучшие раскидки флешки и особые моменты на Dead Dust 2. Интересно, присаживайся поудобнее. Но перед началом залетаем на сайт hellstore.net. Сегодня мы будем катать в классике. Что такое классик? Это чем больше ты поставишь банк, тем больше вероятности забрать денежки. Ну что, давай зайдем, у меня уже куплены предметы. И я вижу 7 секунд до начала, зашли в самый последний вагон, 82% на победу. Ну, такое должно просто идеально залетать. Смотрим, и тут просто без шансов. Серега, красавчик. Ну и про тебя, естественно, я не забыл. Заходи на сайт hellstore.net, вводи промокод CYBERBANANA, возьми 60 центов и попробуй испытай удачу. Я уверен, тебе повезет. Ссылочки в описании. Залетал как-то к Симплухе на стрим, увидел, он отвечает на вопросы по Dust 2. Давайте мы своим комьюнити спросим у него некоторые интересные фишки по Dust 2 и кое-какие раскидки. Пусть он нам ответит. Один, наверное, из самых частых и важных вопросов, как правильно за террористов выходить на длину. ДЛ всегда, вот первый рез ДЛ, всегда рашьте через верх. Никогда не рашьте, вот так никогда не делайте. Никогда не прыгайте под конец, вот так вот, ни за что не прыгать, вот так вот никто вообще, забейте. Первый рез всегда убивает, если не летит нормальная флешка. Всегда. Всегда. Бывает даже я делаю эту распрыжку. И типа сажусь сам и беру, но... А вейпер уже там. Окей, хорошо, а ну может быть еще какие-то флешечки есть интересные? Ты же знаешь. Кстати, еще... Сюда, в третью колоночку. Флешка отсюда. Отсюда, как-то на вторую уроку. Типы проходят, им нужна флешка, просто садитесь сюда, целитесь вот в эту темку возле двери, вот здесь, самая жесткая флешка, запомните, сидя, целитесь, это надо быстро делать, вас могут убить, пока вы это делаете, если вы сделаете стоя, она ударится в эту штуку, сидя, она вылетает, если вы сядете правее сюда и сделаете сидя, она тоже ударится в эту штуку, вам надо сесть прямо вот сюда, прицелиться и дать флешку. Это моменталка от всех типов, от всех, кто бы что тут ни смотрел, как бы он ни стоял, под каким углом бы он ни сидел, как бы он зига бы тут ни прятался, как бы он ни пытался, тут тоже должен флешку вот эту. О, ребят, видели эту флешку? Она действительно достойна. Но давайте посмотрим, как правильно нужно выходить из банки. У вас первый рез высока. Вам накидывают флешечку. Вы вбегаете, вы можете... У вас три опции есть. Рашить сюда, остаться здесь, пройти под синий. За синий, под синий или зарашить ям. Сюда, когда вы ходите, старайтесь доджить все вот эти флешки. Все флешки КТшников, которые летят. Все они доджатся вот так вот. Вы можете вот так бежать. Убивайте. Хорошо, тогда такой вопрос. Как правильно кинуть смок на мид, а именно на Xbox? На X, это я у Петрика, кстати, увидел. Чтобы не париться, что можешь промазать. Что... Ну, все ж так, я тоже раньше так целился. Я по этой штуке целился, кто-то так целится. Я раньше вот так целился. Стрёмно, думаю, что можешь всегда промазать. Хорошо, а если какая-то оборона от этого смока, если ты, например, играешь на миду за контртеррориста? Да, смок на их зале, если вы, например, вайпер на миде, целитесь вот сюда вот, с этого угла. Видите вот эти камни? С этой стороны вот сюда буквально. Молотовым на 7 кидает. У нас это 7 называется. На 7? Окей, я запомнил. А теперь покажи пару фишек. Так, все знают, что вот так вот надо быстро запрыгивать. Вниз прицел, оп, и вы уже здесь. По перчатке, по большому пальцу ориентируйте. Потом увидите. Короче, становишься сюда, целишься. Слева от этой темы в стенку вот сюда. И сплю свой кидаешь. Все, не благодари. Ребят, мотайте на ус. Кстати, хочешь 10 рублей? Все, что нужно, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий. И в следующем видео уже подведем итоги. А с прошлого видео забрал вот этот парень денежки. О, в зиге раскидочка, да?
Да, короче, вот видите, тут есть такая вот стол и есть пальма. И вам надо с этого края ящика просто подняться и над этой пальмой на уровне столба кинуть молот. Блин, а что это такое? Ну выше, ладно. Выше. Вот перелетел. Да, грамотный расхит выхода из шарта обязательно надо выучить. С тобой я полностью согласен. Но интересных фишек еще каких-нибудь подкинешь напоследок? Вот эта позиция имбовая, не забывайте. Тут раньше видишь соперника, когда поднимаешься. Тут ты стоишь, короче, тебя видно уже, вот. А там вот этих людей, вот этого человека не видно. Специальный спуск такой сделали. Тут опасно, когда выходишь в мидл, тип тебя всегда раньше видит. Он, кстати, по ногам видит, он может задать вообще в ноги. Кто-то стоит вот так, сидит вообще. Короче, ты выходишь, и все, тебя раньше видно. Ну что, как видос, реально годная тема. Simple, спасибо тебе большое за грамотные развернутые ответы на многочайшее количество вопросов. Также спасибо тебе, потому что ты красавчик, досмотрел до конца. Ладно, все, пока-пока, посмотри вот это видео, лайкуськи везде там и в соцсети, все найдешь внизу. Давай, а тебе вот туда.